Привет, Полин, тебе помочь? Да, давай. Так, создание кино и видеофильмов, монтаж. Слушай, Полин, зачем тебе столько книг? Хочу научиться монтировать видео. Странно, я думал, что для монтажа видео нужен как минимум компьютер. Да я знаю, просто собиралась почитать чуть-чуть. Чуть-чуть? Да что там читать? Поставил программу на ноутбук и монтируешь. Можно даже на телефон закачать, сейчас каждый может. Знаешь что, вот пойдем и спросим у тех, кто занимается этим профессионально. И они тебе расскажут, просто это или нет. Пойдем. Давай только книги оставим. Давай. Здравствуйте, Галина. Можно вас отлично несколько минут? О, привет, ребят. Можно, но если ненадолго. Работы очень много, если честно. Садитесь. Какие у вас были вопросы? Даня говорит, что монтировать видео совсем не сложно, и этому можно легко научиться. Это правда? Монтировать можно научиться. Но смотря какой сложности нужен монтаж. Потому что бывает просто нарезка видео, которое легко освоить в какой-то полупрофессиональной программе. А бывают серьезные программы, бывают сложные программы. Здесь все зависит от этого. Галина Кормилкина, режиссер видеомонтажа. Закончила Алма-Атинский кинотехникум по специальности киноинженер. Работала на киностудии «Казахтелефильм». Профессию видеомонтажера осваивала на Челябинском телевидении. Сегодня работает в отделе видеопроизводства телеканала «Кубань-24». Программы, смонтированные Галиной, не раз получали престижные всероссийские премии. А для того, чтобы монтировать видео, нужен какой-то особый компьютер или будет достаточно обычного ноутбука? На ноутбуке тоже можно монтировать. Может, такое самое несложное, нарезку, клипчик какой-то. Но серьезные программы нужен серьезный монтажный комплекс. Монтажный вот это у меня не просто компьютер, это мощный монтажный комплекс. Здесь нужны мощная видеокарта, много памяти нужно в компьютере, потому что видео очень много места занимает на компьютере. И оперативка должна быть достаточно серьезная, чтобы все вот это переваривать, пересчитывать. У тебя должен быть, да, хороший компьютер именно. А выкладывать в интернет те ролики, которые, ну, как сейчас модно, снял одним планом и выложил, да, можно это делать на ноутбуке. Ну, это для начала. Режиссер видеомонтажа – это и техническая, и творческая профессия одновременно. Специалист постпродакшена, так еще называют видеомонтажера, может передавать зрителю нужную информацию, мысль и даже настроение без слов, используя только приемы монтажа, визуальные эффекты и музыку. Видеомонтаж чем-то сродни магии. Не случайно одним из первых монтажеров в истории был театральный режиссер и фокусник Жорж Мельес. Сколько времени нужно, чтобы смонтировать 13-минутное видео? Если, допустим, посчитать, что на 2-минутный сюжет дается около часа, а то и полтора, то вот можно умножить. Опять же, если у тебя высокохудожественная программа, это будет озвучка, это будут эффекты, это надо покрасить видео. Это занимает 3, а то и 4 дня. Получается то, что вы целый день сидите за компьютером, не вставая. Что в этом хорошего? Ну, с одной стороны, да, это сложно, это утомляет. Я делаю перерывчики небольшие, выхожу на улицу, дышу свежим воздухом. А что хорошего? Ну, мне нравится потом видеть свой результат, мне нравится моя работа. А я слышала, что монтажер может исправить ошибки всей съемочной группы. Получается, это самый главный человек на телевидении? Монтажер, он конечный этап вот в этой цепи кинопроизводства или видеопроизводства. Я заключительный этап. Вот.
И, конечно, главное не испортить, главное взять все самое лучшее. Но вот этот брак, который, ну, зачастую бывает, что скрывать, монтажер, конечно, может исправить, но далеко не все. Можно взять самый удачный дубль, можно взять плохой дубль. То есть сложность в том, что надо выбрать сам все самое хорошее и склеить. Спасибо вам, Галина. Было очень интересно узнать от вас много нового. Вступайте в наши ряды. Знаешь, да, мне кажется, женщине проще работать режиссером монтажа. Ведь тут нужна усидчивость, внимательность и терпение. Это очень кропотливая работа. А мне кажется, что это больше мужская профессия. Среди монтажеров больше мужчин, а не женщин. Ты в этом сейчас убедишься. Здравствуйте, Павел, мы к вам. Можно? Здравствуйте, можно. Проходите. Павел Колбасин, режиссер видеомонтажа. Опыт работы 5 лет. Закончил Краснодарский государственный университет культуры и искусств по специальности режиссер телевизионных программ. Монтировал шоу-программы «Голос» и «Голос дети», а также музыкальные концерты на Первом канале. Преподает видеомонтаж учащимся медиашколы. Павел, а что вы сейчас монтируете? Ну, я сейчас монтирую передачу, называется она «Топ-5». Это рекламная передача, которую мы снимаем для «Кубань-24». Эта программа сложная для монтажа? Да, в этой она сложная, я объясню почему. Во-первых, мы пытаемся выйти на уровень динамичного монтажа, когда кадры клипово меняются, чтобы это было интересно смотреть, чтобы человек смотрел, ему нравилась картинка, ему нравилась динамика. Поэтому на один сюжет уходит достаточно много времени, потому что мы ищем разные монтажные приемы, чтобы картинка двигалась динамично, интересно, модно, молодежно. Вот. Готовился к программе, я прочитал то, что видеомонтажер, это как видеодиджей, он должен не только монтировать картинки, но и еще обладать музыкальным слухом, это правда? Мой учитель и мой бывший руководитель, да, Ильдус Курмалиев, это главный режиссер «Красного квадрата», он меня, когда учил, он мне рассказывал, что если ты монтируешь концерт, ты должен слышать каждый инструмент. Вот если он снимает симфонический оркестр, состоящий из десятков людей, он слышит каждый инструмент. Он может определить, что сейчас играет там такой инструмент, сейчас играет такой. И когда он мне начал это рассказывать на моем первом концерте, который я монтировал, я ничего не понимал. Вообще, он мне говорит, а вот это играет, ты вот сейчас этот инструмент ставишь, а это не этот инструмент, вот этот играешь. Посмотри там 12-ю камеру, он на нем. Я смотрю, действительно, человек, монтажер должен 100% слышать все, чтобы зритель, он испытал тот же самый эмоциональный опыт, да, который испытывает человек, сидя в зале. Когда человек сидит в зале, он не видит всех инструментов, но он чувствует их. А когда человек сидит перед экраном, из-за того, что притупляется, да, ощущение, нужно усиливать, показывая тот или иной инструмент. И если мы показываем нужный инструмент, то и получается усиливается влияние видео на человека, и он может испытать катарсис, да, того, что он видит. Но это очень сложно. И для того, чтобы такой результат, ну, чтобы добиться такого результата, естественно, нужно быть грамотным. Диплом режиссера видеомонтажа можно получить и в Московском институте телевидения и радиовещания, Высшей национальной школе телевидения, а также Всероссийском государственном университете кинематографии. Однако многие талантливые представители этой профессии пришли в нее из других специальностей, освоив премудрости видеомонтажа самостоятельно. Какие режиссеры видеомонтажа лучше, мужчины или женщины? Я думаю, нет разницы. Абсолютно. Какого человек пола, главное, что у него в голове. Если это умная, образованная женщина, которая, во-первых, знает, как работает программа, которая знает, как монтировать, которая ответственно подходит к своей работе, то она намного лучше в миллион раз, чем безответственный мужчина-монтажер. Ну, допустим, я хочу смонтировать музыкальный клип. Что для этого мне нужно? Ну, во-первых, тебе нужны руки свои, да, чтобы монтировать. Во-вторых, клавиатура, компьютер. Это если мы говорим о том, что готов, да, уже клип, то есть он снят. Тебе нужно запастись терпением, потому что монтаж – это очень-очень-очень длительный процесс проб и ошибок.
Потому что ты фактически делаешь одно и то же. Ты делаешь склейки, собираешь, соединяешь кадры, смотришь, как это выглядит, тебе нравится это, тебе это не нравится, ты опять переделываешь, и так много-много-много раз, пока не получится что-то, что удовлетворит тебя, твоего режиссера, может быть, твоих друзей, которые скажут, что это прикольно. Запастись терпением и работай. Режиссер видеомонтажа – это одна из самых востребованных профессий в сфере видеопроизводства. Профессиональные монтажеры – это настоящая находка для телекомпаний, видеостудий и рекламных агентств. Минимальная зарплата режиссера видеомонтажа в Краснодаре составляет 25 тысяч рублей в месяц. На момент выхода программы найдено 82 вакансии. А можно мы что-нибудь сейчас помонтируем? Вы нам поможете? Конечно, у меня сейчас как раз занятие по монтажу. Мы на него пойдем, и я вам все покажу. Здравствуйте, я рад вас всех видеть. Тема сегодняшнего занятия – это клиповый монтаж. И мы продолжим монтировать заставку передачи, которую мы монтировали на прошлом занятии. Что, приступим? Поехали! Пробуй сам сейчас, просто пробел, слушаешь музыку, переход, понял? Ну, для вас задание попроще, начнем с азов. Сейчас ваша главная задача – это из всего-всего видео, снятого для сюжета, выбрать кадры, из которых вы сможете потом смонтировать небольшой сюжетик. Хорошо? Окей. Ну а что, вот такой вот монтаж, ребята. Каждый кадр надо просмотреть и понять, что из него можно взять. Итак, 250 раз. Вот пока все кадры, которые можно использовать, ты не вытащишь. Не могу никак фокус поймать. Чтобы фокус поймать, надо быть фокусником. Даня, теперь ты понял, что работать режиссером видеомонтажа не так-то просто? Да, надо будет подучиться. Где-то твои книги. Ну, пойдем.